Всем привет, ребят, с вами Хэдди. И Гармол. Его злой двойник-близнец. И мы продолжаем проходить Saints Row 4. И, собственно, в прошлой серии мы продолжаем спасать очень людей, наших команды. Лежи меня, Гарвин, ты меня не поймал. Конечно. Почему? Должен был меня поймать. Ладно, собственно, я отправляюсь тогда на следующее задание. Постоянно силу выбираю. Верность. Король танцев. Пошли Пирса спасать. Пошли, у него, кстати, забавное задание по его спасению. Я вот не помню, как у него. Я помню только у этой. Статуя огромная. А, этот бочонок. Угу. Чтобы ты не успал, что мы одинаково одеты в прошлой серии. Ну и? Реаген еще. Не, я не успею. Блин. Черт. Че, не можешь? Не, я по людям стреляю из шокера. Чё, как там? Нормально. Бегут, горят. Ждем, пока Гарли... Гарли, ага. Да, это теперь у нас Гарли. Закончится давить персонажа. А, они все убегают. Ты там закончил свой персонаж-то? Да. Ну то пошли. Я иду. Пора спасать Пирса. I've been researching your friend Pierce. Are you sure you wish to retrieve him? What kind of a question is that? An honest one. Historically, you spend nearly half your time ridiculing. Вы его оскорбляли. But it's all good fun. Making a man who risks his life for you and what you stand for the butt of your comedy routine is all in good fun. Yes. You're a terrible person. Can you give me the goddamn cipher? I'm saving his life, you know. You don't have to convince me. Just yourself. Drink up. We're talking about this later. As the face of the Saints, Pierce Washington was always comfortable in the public eye. Some may think he's gone soft. Ah, помню момент, когда в самом начале играл в третьей части. Ну да. Ну он как, по-моему, помирил эти банки. Hang on, I'm here. Банки, да. Там Гэтлинг за этим. Насеком. Дайте мне его. Смотри, тут Гэтлинг. Мне нравится фигурочка прикольная. Оу, там эти пивные банки гоняются. Смотри, красивая. Что ты делаешь, Гарри? Воу! Did you just steal my line? And there's a reason for it. Now move! Load up over there. Pierce, what was that noise? You don't want to help me, but we'll need more guns. UFO flying in! Pierce, you're holding out on me. Что-то было. А, мы загорелись. There should be more by the bar, let's go! Look, if I'm gonna die here, I'd like to know why. Что, стоит открыто? Открыто. Сгребная рука. Так, следующее. Да с ноги, блин. We better find some pretty big damn guns. Взять РПГ. Hey, there's always the RPGs out on the pool deck. We had RPGs this whole time. Why don't you say so? Because I didn't want them blowing up the crib, okay?
низких хатов. О, здоровяк! Воу-воу-воу-воу-воу. Гарри, ты упал? А, я теперь упал. А, Гарри, подними меня. Сейчас. Чего пугает сделал? Чего? Чего меня пугает? Я сбегал к нему вплотную. Ага. Так, а вот теперь попало. Так, ты у нас и фрейм сыр лагаешь, потому что я дождусь, что сейчас бегаешь на основном месте. Пол. Пошел нафиг, Пол! Атаковать Пола. Он стрелять в Пол из РПГ был не лучшей идеей. Как думаешь? Я вообще вниз упал. Это Витя нас подбрал, да? Витя тут припасы. Господи, куда надо стрелять вообще? А, всё. Второй этап начинается. Ааа, чух, выкинул просто. Ау. Ну, чёртова. Пис, ты в порядке? Да, там есть хеликоптер, я буду климаться. Ты думаешь, что ты в порядке на дому? Принеси джампер, я буду войти. Убивать банки. Звучит это, конечно. А-а-а. Чух, я летаю на банке. Не. 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 Stay back, you vile beverages. Так, сейчас он будет кидаться. Да, сейчас он будет кидаться барахлом и надает какого. Да, ящики брать. Так, ящика, по-моему, нету. О, он летит к тебе. Надо ящик. Где он? А это не он. Вон он. А, стой. Чё? Пустой? Ящик, да. Блин, хреново. А я не пустой. Давай, обстреливай ракетами. Так тебе ж, по-моему, тоже дает. Нет, мне такое это мне не дает. Бьёт банки. Ты ещё, главное, луна за ним там. А, Гарри, он опять кинул банки. Ой, какого. Ящики. Ау! Стреляю. Стреляю, ракет банками. Патроны закончились, так что полетаем. Мы, по-моему, опять кидаться сейчас будет. Да, сейчас будет кидаться. Пола. Вот и хрени, главное, есть имя. Взял. Что, все, что ли? You picked a hell of a time to drop out on me, Kinsey. I've been trying to figure out how to make you large enough to fight that thing. Did I hear that right? Just get to the island with the big statue on it, okay? And get Paul's. А, сейчас мы на статуе будем. Get in. Paul's not gonna stay down. Too right, but Kinsey has an idea. Kinsey does? Mind filling me in? Just fly us to that big iron guy in the bay. What for? You know Kinsey loves her mysteries. Just make sure you get Paul to follow. To follow? She better have something big planned then. Mate, if you're so scared of this stuff, why spend your days marking? Я мне нечем его атаковать. А у тебя может, смотри, может там ракеты есть какие? Нет. Я просто наблюдаю. Да в него пока не стреляем, сейчас встанет. Какие стоп ракет. Вот сейчас стреляй. А, ну хрюка, я то не могу стрелять. По-моему, промазал. Че, плохо, что ли? Хорошо, мы не промазали. Че, все же прилетели? Ну.
Okay, get inside the statue of Joe Magarak. Ловите статую. Seriously, you didn't know that. Magarak? What is Magarak? Да-да-да, самая статуя. Если кто за него управляет. Ну что это за хрень? Что это за хрень? Крики. Такой молот. А, это... У нас двое горы! Серьезно? Блин, я тебя пару ждал. А, это ударит у нас блок. Ах ты! Вот как раз блок для этого и надо. Careful, he's gonna laser eye you again. Laser eye? Fuck, you know what I mean? That's right, Joe. Kick his aluminum ass. Сейчас защищайся. Защита? Да. Пина его! Ковшами! Это чаешь, не ты не напоминаешь? Да-да-да-да-да. Прикончить. Ну иди сюда. Открыл так это. This town needs a new monument. Блин, классные такие замесы такие у них. Ну потом спрашивается, что курили разработчики этой игры. You ready to get out of here? Can't wait to get back to Earth. Right, forgot to tell you. Earth got blown up. Землю взорвали. Причем мы так уже спокойно об этом говорим. Ну да, но потом же густые земли взорвались, потому что мы живы. Это адская... Точка Рапид, как по сути дополнение для... Яры, блин, вот, странно, вчера ты на стриме нормально, кстати, говорил, не квакал. Я сейчас после дома, что у меня что-то стоит, качает. Блин, я не знаю, что там у тебя может стоит качать, и ты об этом не знаешь. Steam что-то начал обновлять. Да? К примеру. А. На вас не будут нападать пока... Что там у тебя? Симуляция происходит что-то не так, на вас будут... А, нападать пока эта ситуация не разрешится, окей. Пошли, пошли аж спасать. Пошли. Ты мне скажи там, кстати, до конца ты далеко еще? Прилично. Ну считай, я хотел по сюжетке пройти, то есть всех достать. Ты питом занят? Гарри, я... Так нет, откуда еще появляется? Давай заново. Метро стреляют, блин. Давай там по-быстрому, что там прилетает, или жми. Так у меня не откидывается, давай заново. Блин, я упал. Все. Жми быстрее. Наконец-то. У меня просто всего на пару секунд появляется и исчезает. Ну правильно, потому что меня там мочат. Аш, в принципе, тоже не сильно-то там. Но у нее часы такой снейхитер. Metal Gear Solid. Ты как первый раз всё думал, что... What am I wearing? You should see what your face looks like. Why? What did you do to my face? Matt told me some very specific concerns that you have about you. The fuck are you talking about?
пришла мочить всех. Я понимаю допрос. Стилист Splinter Cell'а. Эльтмана, да? Последнего. А, не последнего, это конвикшена. Последнего там допроса не было. Я по... Гарри, клокаешь. О! You coming or what? What the fuck is going on here? Who are you looking for? Your evil twin. Ты у злого двойника? Гарри, тебя ищут. Это тебя ищут. А. Кто из нас злой двойник? Это ты. Это ж тебя ищут. Ты. 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 Ты мой двойник. An evil twin? Окей, ты мой... А ты мой добрый двойник. Доволен? Да. So what tipped the scales? Best intelligence shows code name Mr. X is preparing a full assault against their own nation. Кстати, здоровье, это тратится. Я в курсе. Ooh, sounds serious. Удерживайте позицию. There's a guard ahead. Okay, no problem. Let's do this without drawing attention, yeah? Shoot those lights. Okay. Какой нафиг Дрейк? Дрейк. Гарви. More of that order of operation, huh? Ты просто гигантские эти. Ты двигайся быстрее. These guards are any indication. Evil me is a major league slacker. He goes, Hey, the Saints are my crew. I'd take a bullet for any one of them. Loyalty is certainly one of your strongest characteristics. Once it's in view, shoot out the light. Again. Well done. Вот и все. Now what? You're gonna have me snipe a water cooler? Good show. Shove it up, you bum. Промазал. На, зараз. Yeah, baby, this snake is 100% solid. This time we have two heads and two guards. Daddy. Oh, it's too tough for me. I'll turn it back. Готов? Я право беру. Блин, Гарри, я же сказал, я право беру, блин. Босс, босс. Босс? Совсем не это. Ну да. Блин, Гарри, для тебя легче взять этого левого. Сейчас, погоди. Careful, there's a guard ahead. Открывай пока. О, нет, она открывает. No problem. Let's do this without drawing attention, yeah? Shoot those lights. Did it get darker? I'll waste two bullets on the... Let's sneak past this guard. Careful, stay out of the light. Shit, we're not vampires in this world, are we? Уже не вампиры из этого, в этом мире. Okay, now things are a little different. Let's first shoot up. Quickly, right? Let's go. Так. Слушай, я занят. I said I don't know. Блин, почему их на свету нельзя убивать? I'll refrain from commentary.
Hey, the Saints are my crew. I'd take a bullet for any one of them. Loyalty is certainly one of your strongest characteristics. Of course, dear. Once it's in view, shoot out the light. Конечно, дорогая. Again, will that light threat? Well done. Now what? You're gonna have me snipe a water cooler? Yeah, baby. Беру левого. Давай. Сейчас. Я задумал, позиция готов. Убил. Now the guards. Watch and learn, super spy. Intercell. Well, looks like that's it. Oh, she's starting to embrace your whole philosophy. Блин, я хотел это сделать. Я думаю, можно просто пнуть. Evil me because you find him so damned attractive or what? You'll find out soon enough. Not even a hint, eh? Think of your worst asset. Multiplied by 1,000. They don't make pants big enough. Иди, иди. Person? The facility is just ahead. And this evil facility makes what? Black licorice, non-alcoholic beer. You'll see. Licorice, конфеты. I know secrecy is MI6's thing, but I've kind of had enough with. Hold up, guards. Найти свое злое воплощение, Гарри, я тебя уже нашел. Careful. The guards see this box in the main walkway. It'll blow our cover. Какие коробки ходят? Где он сейчас появится, и он видит, что двигаешься? Но я не двигаюсь. Ты беспален, такие три коробки торчат. Склад. Его сюда. Да. Чё он там заорал? А, знаменитая цитата из фильма. А. Be patient, let him get by you. Стелс. Не расслабляться, не расслабляться, не расслабляться. Почему я его не могу убить? Я живу уже. И он встал. Он сюда идёт, да? Господи. Это самый классный момент в этой игре. А, все скинули. Well done. I know. Clear. Что, другого оружия нет, да? ППТЭК. And this is the part where we have to turn back, right? I hope you're limber. Even the slightest disruption of a single beam will send a 2,000 volt shock through your entire body. Okay. All we'll have to do is move through the gaps in a serpentine pattern. You have fun with that. I'm taking the air duct. Okay, мы возьмем свою дорогу. Before we kill evil me, I want to teach him how to screw an air duct cover into place. Вентиляция, конечно. So, an evil version of me is your worst nightmare. How do you mean? Промазал. Okay. You fear me being in power more than anything else? The extent of your ego is certainly terrifying at times. You and me will either end up in bed or killing each other, or both. Все, выбрались прямо в ловушку. Двойник Икс. Wow, you're cold. Johnny cried like a little bitch when his girlfriend got killed. I'm not gonna give you this satisfaction. Ooh, I love it when you talk tough. Then you're gonna fucking love me, you piece of shit. You. See you soon. Так. Что закончился? What the hell is this place? These are all people. They're replications of a highly functional sociopathic paradigm. Oh, you mean like Thatcher? It's you. No shit.
репликация эти какого. Слушай, а у них у всех повязка на глазу. Бедные охранники. Там еще... Эй, я ему голову снял вообще-то. Ны! Прилетел. Ны! Ны! Thing is, but I know it isn't real. While I don't relish the idea of seeing someone I care about being murdered over and over again, I also don't see a purpose to needless blubbering. Hey, it was just... Focus on the job. Well, look what the cat dragged in. My favorite wannabe spy and a whipping boy. I have to say, I was gobsmacked to see you in here. Блин, Гарри, ты сейчас еще больше на меня выглядишь, чем раньше. I realized, or Russia could never come this far on her own steam. Fuck you! Убить подручных. Да! Я его нашел, Гарри. I'm still not sure how to take the fact evil me is your version of hell. This isn't about you, believe it or not. Come on, you're fighting an evil me. That's what you're taking from this, your starring role. Well, I keep failing over and over. I keep failing at my job. It doesn't matter if it's evil you or a 50-foot soda can. When the fate of the world rests on your shoulders, you can't afford failure. And that, that is my hell. I'm sorry. Whoa! Про кого? Я только что сказал, 15-футовые газировки. Ты тоже там от робота бегаешь? Че, я его убил? А, он убил? Окей. Там еще идет. Да, я вижу, блин, патроны кончились. У нас один чувак... Окей, там двери открылись. Просто в дверях застрял. Там рука его нога торчала. Блин, жалко они пушки не оставят. Сейчас, по-моему, надо по этим будет стрелять, каким-то трансформатором. Да, вон, вот они. Топушки эти. Ну да, вот они. Вот. Убить свое злое я. Второй, что ли? Одного... Ну да, должен быть только один злой, ты. Гарви. И тебя хватает, пушки. Эй, он просто бегает. Почему не дают тебе попасть? Я свой уничтожу. Я тоже. Вон там эти прибежали, миньоны. Я свои сайны вешу. Оу! Вышибись? Гарви, как? Я, это... А, не ты. Окей. У тебя прицель. Да сдохни, чертов робот! Видите, там что, робот? Да, там робот пришли. Тут, ну, враги другие. Новые. Так, давай, занимайся этим пока. Я вроде их уже убили. Ну, тут еще пара. Просто бегает. Да, как видео роботов. Уничтожил. Тоже. Вдвоем это вообще легкая миссия. Ну да. Я знаю, что после миньонов для чего становится, если вы их игнорите. Блин, в тебя... Блин, все уже попал. Блин, не он. Блин, а у него все половина хитов всего лишь, что ли?
Опять ее снесли. Башнина. А Гарри, он отхиливаться убегает. Не, мы уже гения. Так, уничтожил? Это уже его генератор хилит. А. Их, собственно, для этого убивать... Ой, уничтожайте надо. Что ты переживаешь, у него почти хитов не осталось. Не, они вообще очень медленно убывают. Всё, наконец-то. Где он упал? Блин. Запомни, зло должно быть только одно. Well, we killed me. Yeah, we did. You smoke? I do now. Evil me was kind of an asshole. Good you was kind of an asshole. Значок на сигаретах. Daddy issues? Nah, just forget it. Don't like talking about your past. Don't see the point. Who cares what I did before I joined the Saints? Aren't you going to ask me about mine? I thought we were killing evil clones, not picking out place settings. Yeah, should probably get out of here. Once more for old time's sake. Yeah, why not? Добили. Дело мистри пройдено. Блин, опять все, что 5000 получили. Член команды. И новый супер вызов. Так, что у нас там по заданиям? Суперсоратник Пирс, суперсоратник Аша. Блин, а вы как-нибудь пройти все эти, как его? Оружие, энергетический меч. Ничего. Ладно, пошли по этому. По сюжетке опять. По-моему, кстати, вот это вот задание я уже не видел. Ну, вот. Pissing all over his nice clean prison, Zinyak is flooding the simulation with hostile gangs from another simulation. Just sounds like more murder. Should I be worried? The big problem is that I can't tell how they're getting in. I'll need you to investigate this when you have a moment. Oh yeah! Задача выполнена. Still Fort что-то не так. А где новая задача? Блин, что ее надо выбирать. Okay. Boss, if I'm gonna track where these gangs are coming from, you need to destroy the relays masking the signal. Sid can help us take down the relays, right? Actually, yes. I'm sending Sid in right now. You're a know-it-all robot. How do we stop the relays? I'll need to find the relays first. Some areas of the simulation offer a more advantageous mapping point than others. Let's get to one. After you. Так, мы, конечно, показали, куда идти. There is a lot of interference at ground level. It is too much for me to get a read. I need you to throw me into the sky. You can fly, Sid. Do it yourself. Yes, but I cannot maintain the strength needed to scan the entirety of the simulation and hover at the same time. I need you to throw me into the air. Happy to oblige. Какие-то тулочки узкие. Машины к черту. This location should work. One moment, please. Throw me higher. One moment, please. И летай. Almost. Almost. This way. This is important work I am doing. I guess so. Nobody else on your team could do this, right? Let me guess. I want to be compensated for my contribution. Get to the point. What do you want? A woman. Мне нужна женщина. I am in the prime of my life. Ah,
Here is the relay. Surely this must be worth something of value. Sure, Sid. Так, Гарри, там тебя убивать, что ли? Есть чуть-чуть. Блин. Так, как? Doing my thing, Kitsy. Glad it's making a difference. I need to scan the area again. Let us go to another mapping point. Stand what's next. И вновь падение. Total destruction. Так. Новая точка. Throw me into the air again. Опять. I am not going to beg. Okay, fine. I am begging. Throw me into the air. Я тебя умоляю, подбрось меня в воздух. I have it. Let us go. I have been thinking. As compensation for my assistance, I would like to go out on a date with Kinsey. I don't think so. Crash and burn, Sid. Fine. Then perhaps Shondi would enjoy my company. Maybe, Sid. Maybe. Oh, yeah! Так, ништяки. Ну, все-таки бесконечная стамина — это вещь. Ну да. Кто бы сомневался. Ау, знак. Так. Чем наверх надо залазить? Не. Не. Пошел вон. Так. Here is the next relay. Вот передатчики. А, у меня хилов уже мало. Гарри, где ты вообще носишься, а? Ясно. Я по музыке тебя слышу. These gangs aren't normally in my simulation. Where are they coming from? Zinyak must be pulling data from somewhere. As with all the simulations, these manifest from the subconsciouses of the captives hooked into the machines. So whose subconscious are we dealing with? Shondi says the mnemonic mapping fits the profile of Johnny. You see? I told you Johnny was alive. I need to look into this, but I'll be in touch. Let us go. I am earning this day. Почему так все не хотят этого, чтобы Джонни выжил? Наоборот, хотят... Воу. Там какая-то хрень впереди. These relays have shields, Kinsey. Sid, can you take them down? For the hand of a loving partner, I would do almost anything. I'm not going on a date with you, Sid. Throw me into the shield generator, and I will disable it. Go ahead. Throw me into the generator. Старый скотин, хорошо летать. Is also a pairing option. Are we still talking about this date nonsense? It is not nonsense. I am not doing this solely for your benefit, you know. Он вернулся. While I disable the protocols, ensuring my safety would be advantageous to us both. Окей, я вижу врага. Он приближается. Ау, ау, ау. If I die, please plant a flower where I fall. Ты что, на полностью прокачана? Нет. Какой-то вид с ногами. А, туда упал. The shields are down. What's going on with Johnny? My best guess is that he's through too. We need more than that. Find a way to track him down. Sure. I'll just focus on those relays. Подойди к передатчику. Пошли. This is the last relay I have found. Good luck, buddy. After careful consideration, I am firm in my intent to court Shondi. I do not need luck. I am quite charming. And this shell offers a variety of... Ow, ow, ow! Блин, мне избивает этим какого. You do as your business. Just leave me out. Will you even try?
You are right. It is best to wait until the shield generator turns itself. Иди закинь его. Ушел его. Same as before. Just сейчас. Throw me into the shield generator. Сюда. Ушел. Ау, блин, меня разбивать в рукопашную. А, что за хрень прилетела? Гарви, я такой не помню. Есть такая хрень. Его надо было нас замораживать, вот в эту зеленую хрень. Значит, не разобьешь. Заморозил. Да, он уже готов. А, всё. Мы потом, мы потом вообще с тремя сейчас сразу будем встречаться. Shields are down. What's next, Kitty? Now that the relays aren't confusing the signal, I can see the source of the influence. Sid will take you to it. Follow me. Побежали. А, меня сдавила машина. А у них штыки валяются. Что, у нас под мостом, что ли? Под мостом. What the fuck is this portal? I don't have time to explain this. Just pick up people and throw them into it. Брать людей и забрасывать в портал. Не смахет ли это на Старгейт, да, кстати говоря? Go back to where you came from. Gotta close that portal. Что проще, знаешь, что ты пушка, на целом. Эй, стоять, скотина! А, этого убить надо. Ау, Гарри, фу, хрена. А, это скотина, он сам типа горит, да? Угу. А ну стоять! Я не понял, ты его там догоняешь или эти собираешь? Да, я его мочу тут вовсю. На помощь ставит. О, папа пошел в доту играть. А, давай, Гарри, уноси его, а то у меня сейчас будет. Мне пришлют тут. Ох, еле-еле. Кинул. По идее должен был, я сквозь эту хрень. А, Гарри, вот так просто делать нельзя было. Опять! Куда побежал? Да. Гарри, почему ты их не можешь нормально закинуть, а? Знаю. Так, одного закинул. Второго убил сразу? Нет, вон бегает. А! Да-да-да. Шел вон. Можно по мне не стрелять? Тебе тут ничего не делает. А, вообще делает. Делает? Да. Сколько же ты кинул? Warden? No. No way. I still have another slot in my power menu. I want to fill it with something. Еще ячейка в меню сил. Ну как бы, наверное, с этого Вордена и пойми. Ну да. Не, ну сюжетные Вордены это хорошие. Сюжетные Вордены это хорошие Вордены. А по-моему дальше будет с Вордена, вы потом мы видели. Какие звуки? Плотские звуки? Где он? Да вон. А-а-а, меня так углевучит. Ау!
Я вообще периодически вижу, что там стреляет. Где что у тебя там вообще происходит? Слушай, да потому что ты, блин, стреляешь со своей хренью, там не видно периодически, что происходит вообще. Оп-оп, промазал. На хрень пошел, чтобы понимать. Блин, промазал. Ау! Стой, скотина! Наконец-то все. Понеслась! Борьба с Вордном внутри него. На! Что у нас там? Усиление. А, это мы когда там бегаем. Ну куда? В спринте. Прикольная вещь. Особенно если там зморск поставить. А, или же это только это. На, стрельба усилением только такая. God, why don't they have these things in the real world? And it's not just bullets. Try just getting close to people. Oh, and set people on fire just by invading their personal space? Kinsey, you are awesome! Have fun! Всё? Угу. Ананас не Вардена. Ну да. Не, ну это было слишком, если нас ещё бы действовало. Усиление. Элемент огонь. Что у нас там прибудет? Сырвой и денежный навер. Привет из прошлого. Дали ачивку. Ну, мне тоже. Что у нас там можно усилить? Суперпрыжок новый. Планирование эффективность 3. Теперь, если вы стоите на месте, автомобиль не могут сбить вас с ног. Да. Explosion. И деньги. Интересно, как взрыв тут вообще действует на этом всем. Лихач, блин, 38 требуется. Но возможности. Тут заряд область действия. Блин, мало блоков данных. Что у нас дальше? Спасти Джонни Гетта. Че, идем его спасать? Kinsey, did you find Johnny? It's not been easy. He's being kept off the grid. It's weird. Almost like he's under extra security or something. You can still crack it now, right? Of course I can. Get back to the ship. Nah, but на кораблике. Я вылез рядом с их кроватью, если в воздухе, прикинь. Feels weird not being in a shitty sports bar. We could always name the ship the Broken Shillelagh. Not funny. Kinsey, relax. Doing my best. Look, if you're worried about me going brain dead, I figure it's part of the deal. You have to say something. What aren't you telling me? Thanks, Matt. Kinsey? It's not you she's worried about. It's everyone else. Oh, this is gonna get real exciting. It doesn't matter. I have a feeling we're about to disagree. Saving Gat is a terrible idea. Line. Boss, don't answer to you, honey. Bitch, you're lucky
Махач. In order to save Johnny, we have to tap directly from our ship into his mind, and that means Zinyak's going to know exactly where we are. You're asking Matt and I to paint a target on humanity's last chance so that you can go rescue someone we've never even met. And what's even stupider is that we're going along with it. That guy you just beat the shit out of is risking everything to save your friend. And you want to know why? Because we can't save ours anymore. Oleg is dead. Viola is dead. Earth is Viola? Dead. Двойняшки, ты помнишь, что ли, близняшки? А, эти то. Ну, одна из них. I'm sorry. Yeah, well, you could have killed me back in Steelport, but you let me go. I can forgive a few punches. Okay, then. Обнимемся, нет. Hey, boss, what do you think Gak's mind is like? No idea, but if I had to bet, I'd say either a shooting gallery or a freckle bitches. Ну вот этого я точно уже не видел задание, так что начинается наконец слепое прохождение. Такой удар по ностальгии сейчас будет. Увидишь. Господи, сколько у него там всадили-то, а? И меч, и нож потом. Это во второй части в конце. А, не, это я видел, кстати говоря. Saints of Rage! Блин, вот чем хорошо. Кто ты тут? Johnny! Help! Ooh! Ow! Johnny! Help! Are you wanna? Come get! Так их еще эти как у костюмов и переделанных. Блин, Street of Rage и все остальное, какие классные игрушки были. Круто, что ностальгии. Хорошо все-таки игрушки 30 фрейд. Ой, такого. Сэнты 4. Потому что нормальные, блин, ностальгические удары делает. Потому что захваты всякие были, не помнишь? Он как-то может. А, на Е, на Е, наверное. Может? Ну попробуй. Да, на Е. О, машина приехала. Эй! Ну, черт, что он делает? Килка. Шо вон? Ну-ка, иди сюда. На-на-на. На! Выкинул. О, у меня дубина! Че, даже тебя не вижу. Там кто-то там мочит кого-то. А, он, я вижу Гарви. Какой-то дорожный знак. Чего? Я был в руках, потому что какой-то дорожный знак. На! На! Шел вот. Так, минус один. На! Эй! Первый этап завершён. Там точно копия. Теперь у нас же в руках какая-то хрень. А, у меня-то вообще ты не заходил сюда. Я тоже.
Никто на ресепшене стоит. Чего? Манекен на ресепшене. А, ну да. Пошли. И музыка еще играет. Ну да. Ой, я в Джонни Гетто зарядил. И... А, у меня, по-моему, только он пришило. Обжив. А, раскидывает. Ты прыгать можешь, показывается. Не! Не! У меня дубина с гвоздями была, блин. Ау, блин. Не получилось. И как ты писаешься? А вот не знаю, я просто быстро бегаю. Двадцать четыре удара, Блин, сбросился счетчик. Не. Лифт. Эх, блин, Golden Axe, блин, какие же раньше классные игрушки ведь были, а? Vice King, Warren Williams. Ау, ау. Он меня прокидывает пару раз. Ау. Ау! Что происходит вообще? Я сдох. Я вижу, что ты сдох. У нас еще две жизни есть, кстати, горы. А, да почему меня все время бьют, а? Почему? Меня ты тоже он... Я не понимаю, каким макаром меня бьют. Понял, ты хренью махает. У меня периодически, у меня просто часто стоит на месте вообще на одном. Это глючит. О, ты убил меня. Аиса не здесь. Мы должны дойти до ее дома. Таким еще голосом говорит. Пока горюем, поехали. Ну, потом заходите. О, тут зайти. У меня есть катаны, все равно его забирать. Такой Джонни Гетто, такой супергерой. Забить его. Я вам пожалел. А, надо будет здесь как-то оставить. Хилка. Что там хилка была? Блин, я тебя постоянно с собой путаю. Это мой твой знак. Нет, надо мной знак как раз и нету, но ты дело. Самое смешное, что у меня и тобой знак. Да? Я так отличаю нас. Если на тобой есть знак, надо мной нет. Не знаю, я вижу, что если тут знака надо мной нет, значит, значит это я. Блин, опять килка. Да ладно, я его скажу. Yeah. А, Гарри, а что ты улетел дальше? Я просто дальше зашел. We're not letting Connie down again. Kinsey, can you reset this thing?
Theoretically, each simulation is an isolated instance. Then what are we waiting for? 1 second, and... Here we go. Перезагрузка. Ты его успел ударить? Я не знаю, я вообще на месте стою. О, что происходит? Это сейчас будет бой с боссом. Ронин! Где он? Вон он. Горю. Это женщина там вообще-то стояла. Ты мочил женщину? Я кусь. Я думал, что это мало ли меня глюкнуло. Это он на самом деле. Не, я думал, что может тебя глюкнуло, то, что там кого-то... Тем, типа, нет, враг стоит, а у меня нет. Нет, я посчитал, что как раз враг должен там стоять, но у меня он неправильно показывается. Слушай, как его убьет? Я! Ну что, в прыжке надо убить? Где он? Он сверху упал. А, блин, опять я вылетел с драки. Hold on, we're coming to get you. Whoa, we? Who's we? Hey. His journey finally over. Johnny Gat was once again able to hold Aisha in his arms. Thank you. But the reunion was soon over. Я сказал лишь последнее прощай и проснулся. Да, so это же... Thanks for playing. Все гляли. А у меня больше очков, чем тебе. А мне наплевать. Were you right? No. Side scroller beat him up. Nice. I'm coming, Johnny. Kinsey, I need that robot up and running. It's really more like power armor. Not now, Keith. Power armor опять. Блин, такой робот. Пять багов. Ну да. Пентагон. Очень синхронный. Ну а, ребят, все-таки продолжайте эту миссию, мы уже будем после... Точнее, в следующих сериях, потому что это уже немного затянулось, так что... С вами были Хэдди. И Гарбо. Ставьте лайки, подписывайтесь, зайдите друзей, комментируйте видео и делайте добрые дела. Ну а мы с вами увидимся уже в следующий раз. Всем пока, ребят. Пока. И до новых серий, и до новых врывов. Удачи вам.